Еще 8,8 километров копилку отремонтированных дорог. И этому обстоятельству чрезвычайно рады жители сразу 4 районов области, которые объединяет дорога Ярославль-Любим. В этом году еще один участок этого направления, проходящий по территории Даниловского района, попал в перечень подлежащих ремонту по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Работы начались намного раньше традиционного ремонтного сезона. Благодаря департаменту дорожного хозяйства были своевременно проведены торговые процедуры, в которых мы приняли участие и стали победителем. Ну и на работу мы вышли еще ранней весной. При строительстве использовали ресайклинг, прочный асфальтобетон со специальным вяжущим элементом и стыковочную ленту. Помимо замены дорожного полотна, здесь организовали посадочные площадки, установили ограждения, дорожные знаки, нанесли разметку. Этот объект стал 25-м в списке отремонтированных по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в этом году. В этом году мы отремонтируем более 250 километров автомобильных дорог. У нас 67 объектов, процент выполнения где-то составляет 42%. Уже 64 километра автомобильных дорог введены в эксплуатацию. Вот. Подрядные организации, в принципе, все идут в графике, опасений больших нету. Кто опаздывает, мы тех подрядчиков стараемся подгонять. На ремонт этого объекта в рамках нацпроекта было выделено 192 миллиона рублей. Без контроля того, на что тратятся федеральные средства, конечно, не обошлось. Объект строился под пристальным вниманием исполнительной власти, депутатов и общественников. Ремонт дорог – один из приоритетов стратегии развития региона. При встрече с губернатором Дмитрием Юрьевичем Мироновым мы обсуждали как раз один из наболевших, самый, наверное, наболевший вопрос для Ярославской области – это дороги. Те, которые нам достались с 90-х, с 2000-х годов, те, которые мы сейчас, скажем так, большими темпами начинаем ремонтировать, реконструировать. Опять же, в рамках федеральных программ, за счет федеральных денег нам удается многие километры дорог построить заново. В будущем году ремонт дороги Ярослав-Любим, по которой сегодня осуществляются регулярные пассажирские перевозки и проходят маршруты школьных автобусов, продолжится. Андрей Децель, «День в событиях».